Бывших республика, то Россия должна иметь свои границы, границы хорошо охраняемые, если не будет, то все кто угодно идет. Мне еще греха таить. На Украине граница, по сути дела, почти открыта. Я уж не говорю, в Средней Азии там вообще открыта граница. Азербайджан там вообще границы нет, ходит как попало. Так под эту суропинку кто угодно пройдет. Поэтому должна быть граница, и граница должна быть настоящая, хорошая, укрепленная граница. И так это нас учитывает. Спасибо. Спасибо. Thank you.
Союз под Российской Федерации года, город Москва, по личному составу. В соответствии с положением о прохождении воинской службы офицерским составом вооруженных сил всем курсантам, окончившим июня 1992 года высшее пограничное училище, присвоить воинское звание лейтенант. Министр безопасности Российской Федерации генерал-полковник Баранников. Кроме того, решением Государственной экзаменационной комиссии выпускникам училища присвоена квалификация социальный педагог-психолог. Наиболее отличившимся вручаются сертификаты социального педагога Ассоциации социальных педагогов и социальных работников России. Вручение дипломов и нагрудных знаков приступить. Лейтенант Басанко. Два знака. Товарищ Базанки, куда вы едете? Молодец. Поздравляю, не возникает училище. Желаю успехов. Начинается торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков об окончании высшего родительства отечества и его государственной. Я.
Я. Служу отечеству. Лейтенант Кальный. Я. Лейтенант Бурда. Поздравляю, товарищ лейтенант, с окончанием училища. Желаю крепкого здоровья, успехов в дальнейшем прохождении службы. Пожалуйста. Всего доброго. Уже здесь. Лейтенант Ярулин. Служу отечеству. Товарищи офицеры, я поздравляю вас с твоим именем. Уже сейчас наверное. Своим первым лейтенантского звания, чтобы не задерживались. Проходите всегда сроки, да, свои примеры. Хранительные службы. Мне не надо. Лейтенант Слепков. Я. Во всех жизненных обстоятельствах был опорой
и надежным плечом, на которое так приятно опереться. Пришло время, никогда не пришлось смотреть друг на друга через прорезь прицела. Целуя и поздравляя сегодня своего сына, каждая мать мысленно, сердцем благословляет всех вас. В добрый путь, дорогие наши сыновья, дорогие наши лейтенанты. Счастливой службы вам, ребята! Праздничный день. Во-первых, это счастье, благополучие, мирного неба. Потому что сейчас вот вы здесь стоите на площади, красивые, симпатичные. Вы многие, может быть, не представляете всех, то, что вас ждет впереди. В этот сложный период нашей жизни. Поэтому мне бы хотелось, чтобы улыбка, настроение всегда шли с вами рядом по жизни. И поэтому я желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего. Значит, с Вознесовским районом вы сроднились. Вы работали очень много у нас в совхозах, и директора здесь совхоза сегодня присутствуют. Вы познали этот нелегкий сельскохозяйственный труд. Вы встречались с девушками нашего Одинцовского района. Многие, наверное, женились на них. И поэтому забирайте их с собой. И я думаю, что вы вернетесь к нам. Значит, после того, когда, естественно, ваши лейтенантские погонят и превратятся в полковники, генеральские. Так и ряд моих друзей, которые стоят здесь на трибуне, стоят внизу. Они также вместе со мной учились, закончили училище, и вот теперь являются преподавателями училища, являются офицерами. Добрый путь, товарищи офицеры. Прошли 4 года нелегкого труда, тяжелого, надо сказать, труда. Вы стали офицером. От крещения Руси и до сегодняшнего дня девизом русского офицерства всегда был долг, честь и совесть. Нам дороги родители, нам дороги дети, нам дороги родственники. Но любовь ко всем им определяется одним словом – отчизна. Вы сейчас стоите на плацу родного училища. И буквально завтра или послезавтра разъедетесь в разные концы необъятной России, Украины, Белоруссии и других суверенных государств, границы которых вы будете охранять. Помните, дух офицерской корпоративности, дух братства и товарищества должен жить в вас всю вашу службу Родине. Помните, педагоги отдали вам свои знания, свое сердце, потому что каждый из вас прошел через наше сердце. Нелегкая дорога у лейтенанта пограничных войск, тернистая она. И поэтому хочется вам пожелать «Per aspera ad astra» через тернии звездам, дорогие лейтенанты. Когда из тела нашего альма-матра незаметно пролетели годы обучения в училище, незабываемое время, начало нашего служения Родине, пора духовного и физического роста. Мы никогда не забудем наше училище, ибо здесь нас учили жизни. Здесь мы узнали, что такое настоящая дружба и что такое воинский коллектив. Здесь мы до конца осознали такие понятия, как Родина, долг, честь. Наконец, здесь мы получили ту профессию, которую себе выбирали. И на протяжении всего периода обучения, к сегодняшнему дню, нас настойчиво и упорно вели вы, наши командиры и преподаватели. Вы вкладывали в нас частицу своего знания, души, сердца. Вы делали все, чтобы из нас получились настоящие офицеры. Не всегда, конечно, мы понимали вас, не всегда вы были довольны нами. Но лучшего было неизмеримо больше. И сегодняшний день лишний раз доказывает это. Вы вкладывали в нас и труд, и душу. Вы учили нас высоко нести честь офицера-пограничника, быть верными данному слову и быть в постоянной готовности выполнить свой долг в любое время и в любых условиях. Сегодня вы передаете нам эстафету старших поколений, и мы обещаем вам нести ее
с достоинством и честью. И разрешите мне от лица всех выпускников сердечно благодарить вас за ваш труд и долготерпение, за все то, что вы вложили в наши души за 4 года обучения в Высшем пограничном училище. Огромное вам спасибо. И в заключение я не могу не сказать еще об одном. Друзья, сегодня мы стоим в одном строю, плечом к плечу. Сегодня мы вместе, как были вместе на нашем первом выезде в учебный центр, как были вместе на фешиване, как были вместе, проходя последние испытания на государственных экзаменах. А завтра мы разделимся в разные страны, охраняя разные границы. Да, так случилось, что охранять единую государственную границу, как мы думали, поступая сюда, мы уже не будем. Хорошо это или плохо, покажет история. Сегодня же я хочу пожелать лишь одного, чтобы вновь появившиеся границы стали для нас исключительно только границами дружбы и мира. Спасибо. Рабочих и служащих горячо и сердечно поздравить всех выпускников с окончанием Высшего учебного заведения пограничной войск Российской Федерации. Я, как командир, сердечно поздравляю всех родных и близких, отцов и матерей, жен и невест с этим замечательным праздником наших выпускников и с нашей самой общей победой. Каждый выпуск из стен нашего родного училища был по-своему примечателен. Нынешний войдет в историю как первый выпуск, освященный российским флагом, созданием российских пограничных войск, как первый выпуск училища, входящий в состав пограничных войск России. Он войдет в историю как первый выпуск офицеров, пограничников, получивших принципиально новую специальность и квалификацию социального педагога-психолога. Сегодня исторические события и явления меняются быстро. Изменению подвергаются многие ценности и... Ура! Первый батальон! Ура! На прощание!
на вековом таре. На другом камне и в другом месте в музее Тверской крепости начертаны слова «Умираем не сами». Этот текст не написан. Верни не до пора. Потому что эти слова на тебе. И выявляем имя на путье исторически державного здания разных людей, уходящие на защиту Отечества.
выступляет он каждодержанный пограничный наряд с ветерпилкой и конвоиром. Сейчас подсечку. Холостые, пожалуйста. Ну, ваш, пошел.
Сейчас я имею неполные приемы, которыми должен владеть каждый после каждого училища. Вот так, записывает и звук, поэтому хоть поздравьте его. Голос кричит. Да, она правильно записывает и звук. А, вот, смотри. Папа, иди сюда. Вот я как раз в ручку попал. Это же не фотоаппарат, динамика, звук, да. Что записываешь? Ну да, что ты говоришь? Все, камера. Я уже снял. Давай. Девчонки, бери цветок, венок сюда. Все, хорошо. А он лежит на снимке. А он тебя снимает. Ну где он? Вот, ты мне нужен. Юль, найди, Артем. Телефон? Пропал Артем. Павлик, пойди в кухню. Нет, ну быстрее. Я ему еще и махала, там снимала, я ему и махала.
нас птичка вылетит. Оп, извините. А где будет показ? Это не фотография. Ну вот, где показ-то будет? Пригласишь?